Всем привет! Я приветствую вас на своем канале. Сегодня я гуляю в районе Новой Басманной улицы. И вот я свернула, решила пройтись по первому Басманному переулку. Слева вы видели, находится штаб ЛДПР. Сам переулок расположен между Новой Басманной улицей и Новорязанской улицей. Переулок проложен в 1909-1910 годах и назван по Новой Басманной улице, которую он примыкает. Затем он далее переходит в Ольховскую улицу. Но здесь что? Здесь здание где-то примерно постройки, наверное, чуть позже, чем, наверное, середины века, не знаю. В доме номер 3 находится Институт мировых цивилизаций. Во дворе в 2016 году установлен памятник Владимиру Жириновскому. Мы с вами прошли, там вы видели флаги с левой стороны. Вот. Здесь также доходные дома. Справа вот эти вот 1912-1911 годов постройки. В доме номер 10 находится гимназия Мансбах, построенная в 1913-1914 году. В настоящее время департамент социальной защиты населения города Москвы. И в доме номер 12 доходный дом Мясницкого квартирного товарищества, 1913 год постройки. Вот, то есть здесь где-то примерно вот такого времени дома. Вот с правой стороны вы видите, потому что слева здесь современные постройки уже идут. Доходные дома вы видите справа. Переулок очень коротенький совсем, наверное, даже меньше 200 метров. И поэтому, собственно говоря, мы уже дошли практически до его конца. К сожалению, когда я была в этом переулке, я не знала, что там есть памятник Жириновскому. Я бы зашла, бы сняла. Но это я потом уже дома читала об этом переулке. Вот сейчас вам все это рассказываю и узнала, что там есть памятник Жириновскому. Увы, придется ехать еще раз. Перед нами прямо находится троллейбусный парк, оранжевое здание. А я с вами на этом буду прощаться. Всем всего доброго. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока. До встречи на моем канале. Всего доброго всем. До свидания.